Меня зовут Настя, я журналист. И обычно я рассказываю истории других людей. Я люблю бегать. Но, конечно, у меня есть свои отговорки, чтобы не тренироваться сегодня. Сумка с формой будет так не кстати на вечеринке. После пробежки так долго добираться домой. Еще нужно сдать материал. Вот мои отговорки. Но они не работают, как и всегда. Когда я выхожу на пробежку, я чувствую, что этот город принадлежит мне. Чувствую себя его частью. И это так вдохновляет.